Так, сегодня вечером пошли уже третьи сутки начались симптоматики. Соответственно, кашель. Но не вынуждающий. Кашель такой в меру. Не сухой, не мокрый. Иногда отхаркивающий, иногда нет. Но не из бронхов, а где-то вот здесь вот начинается. То есть не такой уж плохой бронхитный кашель. Вот. Голова, да, слабость. В общем-то, суставы, кости так немножко поламывает. Ну, в меру. Что еще? Да, язык. Язык увеличился, но это, возможно, там, отпечатки зубов, да, немножко. Но это от того, что язык увеличился. Возможно, это от того, что я много цитрусовых, лимон, там, апельсины и даже вот с имбирем все время воду пью, настойную на имбире. Что еще? Вот сегодня почувствовал какой-то моментальный, что онемение пальцев ног. Достаточно странное такое впечатление, что это, ну, это может быть связано с обездвиженностью. То есть сейчас я где-то процентов на 70 таки нахожусь в горизонтальном положении, и очень немного физических нагрузок сейчас есть на тело, и мышцы, естественно, ослабли. Но это достаточно странно, необычное. Вот подушечки пальцев ног внизу и вот эти места, они действительно вот омазли, то есть как будто бы муравьишки покусывают, покусывают, такой покусывают. Ну, какой-то момент раз, потом прошло, потом опять началось. Вот. И нестабильность корпуса позвоночника. Но это я чувствую, это, скорее всего, тоже связано с обездвиженностью. Это надо начинать делать отжимания от пола, надо все-таки это самое, то есть начинать мышцы и приводить в порядок, вот, потому что уже фактически второй день я фактически не двигаюсь нормально.